Вот так и бывает. Наедине и в спокойствии человек остается только в туалете. Холодильничек из детства. И вот это. Меня даже на ней возили. А что ты больше не заметил? О, там ничего. Что ты делаешь? Абсолютно. Девалиция. Как все сложно. Ну что ж, друзья, будем следовать по плану. План такой. Пойти пешком, хотя бы дотопать до платформы Перерва. И, в общем, там уже посмотреть, что и как. Вот. Вон Волга поехала. Вам не видно было, наверное. А может, вы и видели. Класс. Ну, всем желаю хорошего дня. Сейчас я просто соберу мысли в кучу, потому что... И уже... Ну, сейчас вот прямо, потом правее. В общем, идем.